через коронавирус. Я вам то статистика. Де через коронавирус, который на двери, есть проблема мондиала, він 2500, 2600, де казу, де числен вил мондиал, потому что персоане выстадила 60-70 дней несус. Де че е форт импортант, не фачем паника, не фачем политика пяст. Де че пропуни збой, сен кидем фронтиерли. Да, но сутем гата са оферим супорт тутурор, уркари, персоане, кари се întoarce acasă și are primile симптоми, și noi сутем пригătиți pentru asta. К сожалению, огромному, у нас на этой неделе максимум на следующий, так называемый коронавирус, будет в Молдавии. Нам надо к этому готовиться. Все. Проскочить мы не можем, шансов сегодня никаких нет. Я ехал в воскресенье, в субботу я заезжал в Молдавию, стал на поможе. И как раз по новостям про Италию было за первые сутки там 100 человек. Мы сунт луати, ла фронтьера, ла аэропорт. Сум приготите спитали, секции спичали пентру карантина în caz dacă va fi necesar. Avem un singur caz confirmat, care vedem că este o dinamică pozitivă, ceea ce este un mesaj îmbucurător pentru toți. Trebuie să menționăm că situația este ținută sub control. Проверки проводятся выборочно. На границах, ребята, вот кто-то ездил в Одессу, на выезд из Молдавии кого-то проверяли, оттуда сюда никого. То же самое происходит сегодня на многих таможнях. Сегодня у нас 9 марта, значит, к концу марта, если сегодня не предпринять никаких мер, то у нас будет чрезвычайное положение в стране. Я, к сожалению, не могу сегодня раздавать команды, как премьер-министр слышал там возмущение некоторых членов комиссии о том, что вот, как бы, почему Сата, не собрав комиссию, как бы подписал такое распоряжение примара. Распоряжением примара первое. Ввести на территорию муниципия Белс режим повышенной готовности. Значит, это распоряжение было опубликовано в социальных сетях, оно есть на моей странице. Все, что здесь написано, написано абсолютно понятные вещи, которые как бы, ну, должны были быть приняты на уровне правительства. Когда я говорил 2-3 недели назад, ребят, коронавирус в Молдове неизбежен. La момент suntem prelucrare 13500 de фиши. De la cetățenii Republicii Moldova care au intrat în ultimile săptămâni din Italia. Deși cu toate aceste fișe sunt luate la, cu toate aceste persoane sunt luate la control și specialiștii se ocupă pentru a monitoriza care este situația, carantină, necesară necesitatea de a veni la spitale sau nu. Должна быть памятка прилетающими за рубежа, потому что это самое важное сегодня. Это самый важный сегодня, можно сказать, даже документ, да? Они будут понимать, что от них требуется. Потому что я вам говорю, 90% самолета понятия не имело, что прилетел, уже надо идти на карантин. Până la această etapă, să zic ora 12 joi, avem 4 cazuri confirmate în Republica Moldova. Vreau să menționez că aceste 4 cazuri sunt gestionate de către autorități. Am trecut prin diferite situații de acest gen. În anii 2010-2011 am avut AH1, tot o gripă, o pandemie mondială. Sunt ferm convins că vom face față și în această situație. Ребят, срочно на границе выставлять мобильные пункты. Замерять температуру, есть отправлять карантин. С моим мнением, согласен нынешний премьер Кику, который пошел до Дону. И говорит, Дону пришедите, давайте привлечем все эти турбазы, бадулы, воды. Идеальное место, куда свозить всех людей с подозрением на коронавирус. Додон не послушал своего премьера. Самое циничное, это то, что происходит сегодня. Это выборы в Хичештах, это геноцид против собственного народа. Până azi avem relativ puține cazuri confirmate și niciun deces. Dar ar fi putut să fie și mai puține, dacă unii dintre cei infectați ar fi manifestat responsabilitate și nu ar fi transmis virusul, fără a avea grijă de siguranța proprie și a celor apropiați. Acest coronavirus poate să treacă prin organismul omului și să nu observăm. De așa cum trece o gripă, simplu. Așa cum trece o gripă, parcă ai avut o lecție de probleme cu nasul, o lecție că ți-a trecut răceala prin tine. Și tu ai trecut coronavirus. Nici n-ai știut din lucrul ăsta. Eu cred că panica poate genera mai multe instabilitate decât însăși acest coronavirus. Vreau încă o dată să vă atenționez că coronavirusul
sau acest, cu acest virus pot fi infectate persoane care nu au simptome și nu vor da simptome. Adică pot să fii infectat cu coronavirus, să treacă coronavirusul și tu nici să nu știi că ai avut coronavirus.